График евроинтеграции. В Верховной Раде разработали план по внедрению соглашения об ассоциации с ЕС. Речь идет почти о 60 абсолютно различных законопроектах, касающихся безопасности, энергонезависимости, интеллектуальной собственности и защиты окружающей среды. Все они должны улучшить приток инвестиций. Принять эти законопроекты в парламенте обещают на протяжении ближайших 2 лет. А сегодня свои рекомендации дали европейцы и Кабмин. Необходимы максимальные усилия для того, чтобы заработало соглашение об ассоциации. Ведь оно также предусматривает создание всеобъемлющей зоны свободной торговли. Если мы это сделаем, то действительно изменим ситуацию в стране благодаря интеграции украинской экономики в совместный рынок Евросоюза. Мы налаштовані на максимально швидку интеграцию. Порядок денний є амбітний. Але глибоко переконаний у тому, що професійний склад комітетів і парламенту дасть можливість швидко рухатись для досягнення цієї цілі.